Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались, и, соответственно, на открытие у нас никто не ходит, потому что это, ну, просто уважение к собравшимся, да? Поэтому мы работаем. Кто-то на себя опаздывает, соответственно, через полчаса придет, да? И, соответственно, скажем, сейчас мое вводное слово, и учитывая, что у нас есть люди, которые у нас впервые или во второй раз, я хочу кратко рассказать об истории этих конференций и сделать некоторые правильные выводы, которые серьезные и которые связаны, ну, в определенном смысле, с жизнью тех людей, кто сегодня собрался, а также с жизнью тех людей, кто смотрит нас. Да? Итак, соответственно, первой конференции, там точной даты нету, то есть это было в начале 80-х, может быть, даже в 84-м году, была такая светлая, очень гуманитарная, очень добрая мысль о том, что нужно собирать в Питере каких-то людей, интересующихся ТРИС, интересующихся детишками, и типа мы собираемся, и типа пообщаемся. Оговорка типа, она чрезвычайно важна, потому что доклады были около часа, и люди позволяли себе фразы. Когда я ехала в Питер в поезд, я подумала о своем докладе, вот, или другие фразы, ТРИСовцев, они были очень стандартные, значит, сейчас будет еще, примерно следующего. Вот я приехала в Питер, увидела подругу Ингриду, мы поговорили, и мы сделали доклад. Вот, да? Ну, такая нормальная разливанная халтура, когда конференция – филиал курилки. Вот мы собрались, там что-то поболтали и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот, соответственно, это было, повторяю, середина 80-х и так далее. Сейчас вот эта конференция, она перешла в некое другое качество. Действительно, мы можем пообщаться на профессиональные темы. Это очень важно. Один день очень концентрированно. Сегодня около двух часов не смогли сделать, много докладчиков не смогли сделать, поэтому пообщаться и потом вести некую работу 3, 5, 6 месяцев. Чувствуете разницу, да? То есть вот когда филиал курилки, 3, 5, 6 месяцев, какие варианты? Скайп, почта, электронная почта, социальные сети, это уже не говорю, да? Вторая моя ошибка, ну первая не ошибка, первая такая наивность, такая гуманитарная наивность, перечитал книжек по возрождению, называется. Перечитал, как бывает. Так, да? Второе, что все взрослые люди, особенно если человек есть какая-то степень, когда-то либо доктора наук, то, соответственно, человек вменяем. Это сильное очень допущение. Особенно на фоне вчерашней конференции, на которой многие коллеги были, да, скажем. Да? Вот. И, соответственно, человек там просто-напросто сделает сообщение, что-то еще, сделает выводы без подсказки и так далее. Соответственно, просто-напросто провожу статистику довольно жесткую. Значит, внимательно читают те тексты, которые как бы есть на сайте конференции, есть сайт конференции. То, что я пишу в письмах, читают 30% людей. Соответственно, 70% они тупо не читают. Как бы, то есть, зачем-то? Ну, к сожалению, статистика, да? Да? Статистика, да? Соответственно, скажем, далее. У нас есть такой способ, бесплатный, когда человек задает волнующий вопрос, По формуляру, я, очень важный момент, бесплатно отвечаю на сложные вопросы. Статистика, соответственно, из 50 спрашивающих один в состоянии, так мама родила, что один в состоянии заполнить формуляр и получить бесплатный ответ. В случае клиентов Пучкова, Дмитрия Юрьевича, которому сегодня будет доклад, один из 70 в состоянии бесплатно получить ответ на свой вопрос. Далее у нас, надеюсь, сегодня этого не будет, на разных конференциях были люди, которые бесконечно задавали вопросы. И просто нам с того же, просто мы переполнены, мы выходим за бюджет, я предлагаю, уважаемые, давайте после конференции мне копию и докладчику вопрос. Да? Так вот, много спрашивающих никогда не в состоянии задать вопрос письменно. Поэтому рассказываю, что где-то есть вменяемые люди, которые сами понимают, как задать вопросы, как общаться. Это вот, повторяю, это в эпоху Возрождения, где-то 15 век, там в это еще верили, как бы. А Игорь Леонидович, ну, тиражировал ошибки, перечитал литературу по Возрождению, это детский лепет, как бы, да. Вот некоторые печальные цифры, как бы, и так далее. Следующий момент, как бы, это вот некое, что ли, понимание, что вот если мы приглашаем каких-то интересных людей, даем им пространство для общения, то они будут как-то общаться. Опыт показал, что и мальчики, и девочки. Девочки какое-то время держатся, потом тоже съезжают как бы на полубытовое общение и так далее, вот, скажем, да, полубытовое общение.
Более того, как бы, соответственно, скажем, если анализировать конференции по творчеству там, или конференции по ТВИС на русском, на английском, то там есть набор ошибок, я их назову, опытные участники прекрасно знают их, но тем не менее мне нужно для видеозаписи это сделать. Первое. Катастрофическое скрывание ссылок на первый источник. Катастрофическое, включая профессуру. Это первое. Второе. Изображение некоторой крутизны при полном ее отсутствии. Ну, имеется в виду результаты. Ну, результаты там на уровне Европы, мира и так далее. Да, да. Соответственно, скажем, уровень креатива. Переименование банальности. Переименование банальности. Следующее. Очень важно некоторые модные термины, там, типа инновация, критическое мышление, креатив финкинг, что-то еще такое, ну, куча будет, как бы. И, соответственно, как правило, почти полное отсутствие примеров и решенных задач, ну, человеком решенных задач. Вот это такая грех, такой всемирные грехи и так далее. Поэтому, соответственно, вот бытовые вещи этому не способствуют. Бытовые вещи способствуют, скажем, там, лени и так далее. И, соответственно, скажем, вот необходимо просто некие технологии, которые иногда воспринимаются, может быть, жестко, но это просто необходимость, если мы собрались обсуждать результаты, скажем, да. Вот если мы собрались обсуждать духовность с внутренней стороны пупка, то вам другой зал. Вот всем, как бы, да, кто вот такую духовность хочет обсуждать, таких людей много и так далее, да. Соответственно, следующая очень такая наивная детская мысль, что если мы собираем людей бесплатно, вот, соответственно, конечно, люди радостно придут, и будет хорошо, и так далее. В моей голове сидела вредная мысль, которую у меня многие ученики, в том числе присутствующие здесь, годами выколачивали, что не надо делать русской интеллигенции бесплатно. Азиас не поймут, не оценят. Как бы. Я должен сказать, что ученики умнее меня. Это меня хорошо характеризуют, как педагога. Как бы, хорошо характеризуют. Почему? Например, соответственно, кто читал, это очень важная оговорка, вот, кто читал сайт конференции, там очень указано, что, соответственно, у нас эти конференции прошло несколько десятилетий, да, на всякий случай, да, справка, несколько десятилетий. И, соответственно, у нас несколько лет назад еще в этом же зале было такое объявление, что люди питерской и московской интеллигенции, преимущественно у нас, участвуют бесплатно, если делают репосты. Соответственно, последнюю неделю перед конференцией слово «бесплатно» русской интеллигенции, московской, питерской, выносит мозги напрочь просто. Они начинают припираться. И, соответственно, мне астроном, кандидат наук из Пулковской обсерватории пишет: «Я сначала посещу конференцию, потом, может быть, сделаю репосты». Это кандидат наук, да? Пулковская, то есть приземляется в Пулково, тут видео наблюдал. Следующие говорят: «Вы просите 10 репостов, я сделал 4 и считаю это достаточным». Да? Соответственно, опытные предприниматели смотрят на это, и что же они видят? Они видят, что есть 100% инвестор, Викентьевич Леонардович, который свои средства, как говорят большевики, все это сделал. Соответственно, есть какие-то люди, вот, перед ними сняты все барьеры, отказываются сделать репост, и в последние недели начинают качать права. И, соответственно, скажем, предприниматели вспоминают свой армейский опыт, очень сильный прием, предлагаю записывать, которого нет в ТВИС, который я применил, он называется «Пошел вон». И 50 человек были недопущены тупо. Вот. Соответственно, те, кто были допущены, поумнели очень быстро. То есть у меня люди умнеют в течение одной минуты. Вот когда человек понимает, что ему могут, он может получить, пошел вон, человек очень быстро умнеет. Как-то, да? Вот. Ну, а, соответственно, питерская, московская интеллигенция не успокоилась, поэтому в следующий раз, посмотрите на сайте конференции, это написано, мне пришлось не допустить 120 человек. На всякий случай 120 человек – это максимальная вместимость этого зала при условии тех дверей задних, которые там открыты. Да? Да? Вот, соответственно, скажем, ну, те, кто к нам попадают, они почему-то умнее тех, кто не попадают. Не сложно ли я выразить свою мысль сейчас? Нет, как бы, то есть, как бы, нет, как-то, нет, да? Я думаю, что все поняли, да? Поэтому, соответственно, да, да? 50-120, да? Пятый момент касается докладчиков. К сожалению, опять-таки, были наивные надежды. Иногда мы упускали раньше докладчиков, точнее, я упускал докладчиков, на вырост, и с оговоркой, что это на вырост, для перспективы и так далее. Вот. Соответственно, опыт показал, что докладчиков на вырост упускать нельзя. Люди этого не понимают, то есть не понимают. И, соответственно, нужно сразу ставить некоторые высокие критерии. У нас критерии, сегодня мы об этом говорить, но как минимум на доклад должен быть на уровне крупного города. В стране два крупных города, Санкт-Петербург, Москва.
ну, лучше на уровне Российской Федерации доклад. Все остальное ученический уровень, и даже не надо тратить свои силы на это рассмотрение. То есть просто ни время, ни так далее, да, соответственно. Так далее, да? Следующий момент, который здесь просто не поместился, иногда у нас бывали партнеры, я сейчас как раз смотрю по диагонали, где мы работали, это институт имени Стеклова, где там работал Перельманском, по диагонали через Аничков мост, и так далее, вот партнеры. Вот показал, мы сотрудничали, например, там, с Растеком, это выставочная компания, крупная довольно. Опыт показал, что партнеры вообще не понимают, что такое качество доклада. При том, что мы подписали документы, все изложено письменно и так далее. Вот. Потому что, зачем это рассказываю, ряд коллег, слава богу, начинает делать свои мероприятия, обратите внимание, когда мероприятие становится чуть-чуть брендовым, чуть-чуть заметным, партнеры себя нормально ведут год, за день до конференции они говорят, к нам приезжает очень нужный человек из Финляндии, конкретно из Финляндии, так поучивает, да, надо, чтобы она выступила. Я говорю, она же ни уха не рыла. Очень нужный человек. И вы понимаете, что когда человек начинает выступление, допустим, на одной из конференций, у нас были лучшие питерские маркетологи, пришла Финка, и, соответственно, через переводчика сказала, это аудитория знает, что такое маркетинг. Вот, это было в институте имени Стеклова и так далее, вот, после чего как бы, мы разошлись с Ристеком и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, все, кто причастны к организации этой конференции, обходили обучение сначала, то есть без партнеров. И те, кто будет проводить мероприятия свои, повторяю, партнеры, они изменяемые до последней недели. Когда они начинают понимать, что что-то получается, у них происходит что-то с мозгами. Как с мозгами, то есть как бы и так далее. И, соответственно, еще раз, очень хороший прием, пошел вон. То есть пошел вон, то потом, все понимают сразу же. Как бы, все понимают сразу же, да? Ну и, соответственно, скажем дальше. И пункт шестой. Вот очень важный момент, возвращаясь к тем людям, которые начинали писать доклад в поезде, прибывая на конференцию, да, могу сказать, что прошло несколько десятилетий. Соответственно, эти люди там живы, действуют и так далее, вот, но они пребывают в полном бессмысленности существования. Полная бессмысленность существования. Да? Соответственно, поэтому, если вы работаете в творческих индустриях, в научных индустриях, в креативных индустриях, мой совет, ну, работать качественно, потому что, повторяю, начинается деградация, и специалистов по деградации, излечению обратно, в стране просто физически нет. Ну, так получилось, да? Поэтому сразу говорю, это самый гигантский риск, не халтуйте вот в творческих, научных индустриях, да? Это вот как бы то, что хотел сейчас сказать о своих ошибках, которые я допустил, я в своем понимании, что нужно делать в 2019 году и так далее. Вот. Местами жестковато, но я повторяю, у нас конференция не для детей.